Я смотрю на нашу тему сегодня, да, диалог поколений и семейная ценность. И в нашей семье, опять-таки, да, к собственному опыту, и я считаю это очень важным, если так будет во всем, вот одной из ценностей является как раз-таки диалог поколений. Когда новая кухня, да, и соседка приходит, говорит, а как это у вас ужин 8 человек? А вот так, это нормально, естественно, когда все решения, которые нужно принять в семье, есть старшие, есть мы как родители и есть наши дети. И вот этот диалог трех поколений, когда у каждого свой жизненный опыт, свой взгляд, и неважно, чья проблема, проблема дедушки с бабушкой, либо проблема ребенка в детском саду, у него там стульчик отобрали. Но когда это вместе, за одним семейным обсуждением, вот это ценность.